Всем привет! Сегодня в рамках Всемирного дня рукоделия мы смастерим снеговика из бисера. Для этого нам понадобится бисер разных цветов, на ваше усмотрение проволока и ножницы. Отрезаем около 50 сантиметров проволоки. На любой из концов набираем 8 белых бисерин. Оставляем их. Далее набираем 10 белых бисерин. И проходим через них крест-накрест. Далее набираем 12 белых бисерин. Сначала 5 белых. Одну черную, снова пять белых. Проходим крест-накрест через все. Затягиваем. Далее набираем 13 белых бисер. Набираем 6 белых и одну черную, и снова 6 белых.
Мы набрали 13 бисерин и проходим через них крест-накрест. Далее набираем 12 бисерин любого цвета на ваше усмотрение. И проходим крест-накрест через все. Натягиваем. Далее набираем на правый конец 8 бисерин. Этим же концом проходим через 7. Потуже затягиваем, набираем еще 8 бисерин на этот же конец. Этим же концом прохожу через 7 набранных. Далее набираем 7 белых бисерин. И проходим через каждый крест-накрест. Далее набираем 4 белые. Бисеринку любого цвета для носа. И снова 4 белые. И проходим крест-накрест через каждый. Далее набираем 3 белые бисерины, 1 черную, 2 белые, 1 черную, 3 белые. И проходим крест-накрест через все. Далее набираем 8 белых. И проходим крест-накрест через все. Далее набираем бисер любого цвета, который хотим, 8
штучек. И проходим крест-накрест через все. Опять набираем 8 бисеринок того же цвета. Далее набираем 5 бисер. И проходим крест-накрест через все. Далее набираем 3 бисерины. И проходим крест-накрест через них. Последняя бисеринка. Проходим крест-накрест через нее. И закручиваем концы проволоки. Отрезаем концы и загибаем проволоку.